все данные видеоролики, когда приходится на языках в кадре, так и за кадром, посмотрим. И коснуться, хотелось бы надеяться, довольно интересной темы. И продолжение интересной темы. Итак, это ранее не было ничто иное, как шар атласа. Даже некоторые видеоролики пускались. Мини-шар атласа. Это было ранее. Впрочем, несколько шагов делаем. Это так, шариков. Было как мини-шар атласа. Вот это. Можно сказать, и ядро, мало ли что. Однако случилось так, что мне было приделано рука, душка. Приделана душка, я должен объяснять, вот душка. И что? И превратился, как говорят, вот этот вот шар класса в гир. Высоросборный мини-гир. Высоросборный шар, да. И другой код освоили шар мини-гир. Однако в другие спортивные снаряды крайне затруднительная трансформация. А вот в этом же случае, ну, авторская здесь 1,674,576. Хотя там как вариант тоже возможно такой вариант. Мы будем проводить подробности, касаться подробности. Вот это самое. Промежуточный именно слой, жировой слой, который создает этот атлас, именно мини-шар атласа, скажем так. Вот он вполне превратить, скажем, в другие спортивные снаряды. Коснемся такого конкурса «Силач мира». Допустим, идут соревнования. И этот, видимо, перед вами шаг, он не весит защитный килограмм. Он, скажем, весит грамм 120. Да не обязательно 120. Он может весить и 80 килограмм. Но в этом вес его вверх можно менять. Так, допустим, вот возвышенная опора повышенная, вот подняла шар класса на какую-то повышенную выполнена упражнение. А сменные грузы, вот, не раз и не два показывается. Вот как вот такие. Скажем, там три точки, это уже конструктивный вопрос. Допустим, если от 1 килограмма, 1, 1, 3, 3, а последовательность. Многие видеоролики посвящены 9, 9, 27, 27. И получится до 80 грамм. Скажем, от 80 до 160. Допустим. Если она может быть до 250 делать, всевозможные наборы возможно. Но это шар от вас. И вот, допустим, нам этот шар от вас превратить в тяговый. Готовили? Готовили? И что мы делаем? Довольно быстро. Затруднительно считанные бородики мы не важно, допустим, даже вес, отстраняв вот этот элемент, вот, и ставим вот такой элемент смены. Вот отборка, в данном случае же более желательная. Конечно. Вот. И
секундочку. Вот. А может быть и нет. И это гиря, которая имеет вес, может быть, от 100 килограммов. Даже так, ну, до 100 килограммов. До 200. Находясь на уголочных опорах, ну, соответственно, расстояние должно быть, если так или будет, где-то до 400 миллиметров. Можно сделать. Но с этим ее можно и выпрыгнуть, где от мало ли что. Если других у меня будет как демонстрация. Конечно, повышенной опорки. К сожалению, все сделано в пустынных условиях. Не очень-то хорошо все получается. В промышленных условиях трансформация в момент. Ну, кстати, это слегка отвлекли. Но не так уж важно. Это все. Так. По мере возможности будет продолжен данный видеоролик. Вообще-то, стоит еще говорить, что один из атлетов, довольно известный, сделал вот тренер большой шар. Вот. Не будем перегреть на вечности, который по 32 килограммов, но он наливной, насыпной. Просто 150 грамм может там менять его вес. Это вообще поразило. Однако, тут речь идет о том, что снаряды именно трансформируемые могут быть. И даже если речь мира для тренировки вполне это могло подойти. Но, еще раз, трудно знать, что там силач мира, вот такие упражнения, были упражнения, такие тяги. Воздух в крестопочной опоре вплоть до 20 и более килограммов приходило делать тяги. И действительно, повторяю, и на одну руку, допустим, желательно, допустим, этот сменный элемент, и на две руки, и два таких сменных элемента, две таких рукоятки должны быть. Мало ли что. Так вот, это такие спортивные элементы. Это гораздо более удобно, чем вот такие. Ну, данный видеоролик, по-моему, часть данного видеоролика закругляем и традиционно скажем до свидания, до новых встреч.